Сегодня в Чебоксарах горело здание научно-производственного предприятия «Динамика», которое занимается разработкой, изготовлением и продажей испытательных устройств проверки различного электрооборудования. Здание, расположенное в северо-западном районе на Тихой улице Анисимова, загорелось с чердака. Практически сразу его покинули 120 человек. Всего же были эвакуированы 220. Никто из них не пострадал. Огонь распространился на площади около 500 квадратных метров. Пожар тушили 89 человек и 25 единиц техники. В 12 часов 16 минут было объявлено о ликвидации возгорания.